Сегодня у нас 29 сентября 2017 года. Вот мы работаем на дамбе лагерного пруда. Вот Игнать Хач тут дорожку разравнивает, пару дней делает. Ямки засыпает, бугорки убирает. Ну вот так вот планировку делает. Вон какой у нас пруд безветренно. А вон там вдалеке едет Игорь Барабаш с братом Никитой Колесниковым. Вон они качаются в одной кабине. Полная телега сена везут, чтобы мы могли саман делать. Вот эти вот сваи, которые лежат тут еще. Вот это осиновые. Это осина. Вот. Вот они, осиновые. Березу мы уже переносили туда, братья. Вот. Я их там смолю потихоньку с Божьей помощью. Ну, там вдалеке у нас лагерь. Вот видно качели. Вон там корот пасутся наши потеряевские коровы. Вон они. Уже что-то ближе к дому подбираются. Летом пасли до 8 даже, а сейчас до 6 уже. Рано темняется, потому что пораньше пригоняют. Вон они едут. Игорь Барабаш тоже сейчас все уборкой занимается. Много работы приходится ему делать, выполнять. Да, без техники ничего не сделаешь. Они там не сохранили, а нам отдают. Да, я уже показал. Коровки. Еще раз покажем. Он стоит. Там у тебя.
вот эту, брат, сваю убери. Ее может привалить сено. Потихоньку здесь решетка, сетка, по ней наступай. Все, сломали у меня. Вы еще сделали. Тут ходили, вот такая вот была территория. Волнами. Видишь, как все сделали? И вот сейчас идешь, там вот, все там внутри, вот, вот там. Ничего не видно, тем более под водой, заросшая, опуститься нельзя, почти отвесная. Это только так, случайно, ну, где-то узнаешь. Ну. Вот, смотри. Мы это клали бревна, все пытались, чтобы задержать, когда он грудил, чтобы не все в речку-то ушло. Нам это помогло. Видишь, какие мы, батюшка спилил их, а мы их туда все притулили. И она на них, а потом обросла, обдавилась. Ну и где норы? А? Норы где? Норы засыпали. Которые не засыпали на том пруду. Капканы стоят. Я тебе могу показать. Там у меня 7 капканов стоит. Вот смотри. Ну вот теперь скажи, нора здесь есть, нет? Наверху нету, а там. Ты как увидишь? Никак. Тем более нора идет глубже уровня воды намного. Вот там роет, он 15 минут может без воды, без воздуха. 4 раза нырнул, сейчас прошел. А ему нырять не надо. Он нос высунул там под землей. И дышит. Вот наблюдай теперь. Смотри, что мы делаем здесь. Вот такая вот вся территория. А дальше вот посмотри здесь. Какая глубина здесь, по-твоему? Глубина чего? А? Глубина чего? А. Туда, вниз. Какая глубина? Высота имеете в виду? Вот отсюда я стою. Какая? Вон до камыша. Сколько? Не до деревьев. Ну, 5 метров есть. Да, я думаю тоже. Видишь еще? Вот это вот может обрушиться, потому что вон эти столбушки, которые были, они пошли. Тяжесть огромная. Но где-то здесь промывало, может быть, даже.
Поэтому вам, если надо глину будет, смотри, где пролом есть, вот этот вот, уменьшите его. Так здесь и промывало, Игнать Николаевич. Они здесь мешками трамбовали, в этом месте и промывало. В этом месте? Да. Ну смотри, если здесь пробивали, мы даже здесь забить будем сваи. Но так ли это, я не знаю сейчас. Вот смотри, что мы здесь сделали. Вот он, видишь? Это вот наши сваи. Угу. Дальше. Это сейчас мы уже забивали. Ну вот, на неделе. На той неделе. Вот оно, гляди, тебе видно, нет? Да. Смоленое. Вот здесь мы теперь забили. Если она там была, нам надо там обязательно забить. И вот она, сено. Не труха, а слоями. И она его не может размочить. А отдельно она сразу в жижу и все. Ну, в ведро воды положи земли. Смотри. Вот ты сейчас увидел. Вот здесь вот близ норы. Где нора была? Никита, не знаешь? Дальше. Посмотри, там, где. Там где-то. Видишь? Это все сваи. Угу. Сваи здесь плотно. Здесь нет никак. Она просто нависла, трава здесь. Вон она. Идет. Угу. Это все сваи. Вот она, сваи. А оно вот откуда идет. Вот это все мы должны были землей это. Теперь дальше гляди. Вот это все идет под сваяным уже. Вот оно. Там его видать. Я вот так вот держу столб-то, чтобы он не падал, когда колотится. А вот тюх-тюх-тюх оторвала, и моя лопата утонула. И сколько они пытались граблями не ждать ли это. Заметили где. Такого лопата бульк. А нырять летом. А? Нырять летом. Ну, конечно. Вот оно, видишь? Торчат. Теперь гляди дальше. Вот тут нора была. Вот. Это все сваи идут. Почему? Здесь глубоко. И надо было в воду. Это все в воде. Бутили. А теперь сюда хоть машина заезжает. Все это толкушками бьем. Вот нора, он говорит. Вон там. Вот нора была здесь. Вот он сколько прошел. Гляди. Это вода была здесь. Угу. Только отошел он во столько. Вот здесь это уже была вода. Он горизонтально шел под водой. Я такого даже не видал, что такой объем. А здесь он пошел наверх. Так вы раскапывали это все? Все. До конца прокопали. Траншею. Долго было. И опять бутили. Так он туда. Нора в одном месте заметил 80 сантиметров. Я не видал как. Вчера я открыл тему про бобров его. Бобр или бобер там зовут. О, сколько там про него, ученые, то другое, что он любит есть. От 1 до 6 приносит, живет, мясо. Специальный завод Белоруссии, бобровый, мясо фаршированное. Но дело в том, что нам-то он не нужен. Мясо у него очень хорошее, хвалят. Сколько он живет, что у него есть. Вот это нора. И он живет вместе с андаторами. Я никогда не знал. В одной норе. Она делает отросток и там живет. А вылазят в одно. Я тут поставил и три андатры поймал. Уживаются как-то вместе. Ну одинаково. Ну ты большой, я маленький. Какая разница-то? Ну фамилии-то разные у них. Ну фамилии-то разные, конечно. У них общежитие. Андатры и шатки, а бобровы. Своего рода. Вот смотри. Это нынче сколько мы это. Все бутили. Это вот она откуда начинается. Посчитай, сколько тут убухали мы. Так, вот она, видишь, где? Так, не бежать надо. Теперь дальше гляди. А вот это прошлогоднее. Это то, где был стёк бетонный. Все, вы его залепили, теперь нет. Да. Мы не знали как, вот гляди его как. Вот там проволока, и проволока под низом, и там жердь между собой схвачены. Видишь, какими жердями. Она вон вода откуда била. И здесь мы остановили. Дальше идем. Здесь как будто мы смотрим так, это ровно, не будем. У нас задача почти на полметра поднять воду еще можем. Кроме этой. А что сейчас поднято, все ветлые, березы, посмотри, насколько в воде оказались. Угу. Видать. Они росли на берегу. Теперь гляди. Здесь очень было сложно. Корни деревьев не дают никак, бьешь корень дерева. Тут никакое сверло не поможет.
пришлось обходить и бутить. Вот это все забущено. Вот она, это, вот она, вот она. Вот она идет, смотри сколько. Считай. Здесь мы израсходовали 100, наверное, 30 или около этого, свай. Ну, свай это вот такая бывает. И, а там держит еще и бревно, вон какое лежит. Дальше идем. Здесь забутили, здесь всякую мелочь затолкали. Здесь. Все. Вот отсюда мы начинаем. Это мы за два дня наготовили почти 200 свай. Сейчас надо закончить только остатки шкурить. И завтра Володя может подойти плотник от плотников. И Вося. Помочь долбить. Ну вот и готовим. Сейчас осину, сейчас березы. Никогда не брали. Теперь помажем, посмотрим. А это его любимая еда, осина. И там. Там уровень поднятый, знаешь, поднимает. Мы хотим, где на две доски вода поднята, назад не отступать. Никогда не вынимать. Мы сделаем, ну, допустим, доски, вот они идут. Угу. Вон рядом тебе, просто чтобы не идти. Вот эти, которые доски стоят. Вот. Мы хотим на таком вот расстоянии набить колышки в уровне с досками и забутить. Потому что она под низом где-то проходит. Промыла. А когда мы пробку эту пломбу то поставим, дальше она не возьмет никак. А вы уже этим регулируете. Ниже этого уровня уже не опускать. Это наш уровень, мы захватили его. Все. Какой уровень сейчас, это глубина, я не знаю. Тут надо пробовать оттуда. Я сейчас промерил везде. 50 сантиметров смело можно дать. 50 сантиметров, то почти 3 доски. Доски лежат рядом. А это означает, тогда рыбы зимой не будет так задыхаться. Да и летом ей просторнее. Ага. Ну, понял? Да. Вот как хочешь, так и понимай нас. Теперь видишь, какая глубина. Да. Еще все держит, это непонятно. Она должна быть так, как он на втором мостике. 45 градусов. Он до тех пор. А это никакой земли не хватит. А мы здесь били ее, я говорю, так она уйдет. Нет, она будет стоять. Правда стоит. Дождя мне не размачивают, теперь корнями ее схватывают. Ну, мы насадили где-то, деревья-то были, 14 деревьев. Да, работает. Вот такая наша задача. Что у нас получится, Бог его знает. Кого-нибудь отбьемся, вот сколько. Представь, сегодня мы перетаскали туда, больше двух подмышки не возьмешь. Это для рыбы делаете, а на рыбалку будет ни разу не ходить. Ни разу. Я думаю, даже работать у меня себе только. Ну, это удовольствие такое, конечно. Селенки маловато. Что у тебя с ворота? А? О, ну что? То, что есть, будем грузить. Давай. А вот это чья работа, Игнатий Иванович? Вот это вот. А? Вот это чья работа? Дятел был. Чья работа? Дятла. Дятла, да? Это дятел. Группа Дятлова. Че все издолбил. Личинки все достают свои. Ушини. Я там на храмовом пруду заснял дятла, долбил там тоже. Ну ладно, хорошо, я скоро подъеду, я тут на пруду. Подними хоть один, узнаешь нас. Пойдем отсюда, возьмешь и сюда кинешь. Пойдем-ка. Посмотри, какие богатые. Да, Игорь, все. Он сильный. И вот сюда вот, Володя, уйди. Смотри, чтобы вниз не полетело. Посередке тут, бросай. Бросай, не ходи. О, а ну-ка еще штуки мне таких. Да что, это убрали бы вот это все. Никак. Кусачки. Нет, никак. Она тут прибита, и нам зачем? Мы научились шагать. Туда бросать надо. С места мы не ходим, бросаем. О. Все, вот видишь, какая, ну пойдем вниз.
Вам редками нужны? Возьми одну. Никита, помощь подошла. Все нормально. Не проймешь. Держитесь крепче. Все. Ну хорошее? Да. Вот это у нас какие-то. Да мне что сказали, я уже. Я сказал уже. В общем, что вы спрашиваете про урожай? Да. Урожай нынче с хорошей влагой не убрать, которая хранится. Мы сегодня убирали во время дождя. Договорились, они забирают любой влажности. Сдаем уже, лишь бы забрали, потому что через неделю то, что мы собрали, все сгниет. Сейчас убирают те, у кого есть сушилки. У кого сушилок нет, хоть плачь. Приходится, что есть, собираем. И вот сегодня вечером, что ли, машина придет. Сейчас влага 20%, а оно меньше 15% надо храниться. 5% лишних. Ячмень мы еще убрали нормально. Еще и то так, это 16-17 было. Это слишком много. Это 1% лишний, это на 1 кубометр 10 литров воды. Это много. Да. Ну, благодарю. Завтра, да, мы приступим. Сейчас уже все. Сколько время? Без 15 и шесть. Все, уходим. Давайте прячем инструмент и уходим. Все. Только разогрел. Я туда даже не пойду. Иди с ним. Все? Да.